Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные ежики в тумане. Что нам будет для этого необходимо? Для этого необходимо рис. Рис должен быть предварительно сварен уже. Риса должно быть примерно, ну, полкило где-то. Далее, что нам понадобится, это фарш. Фарш может быть любой, какой вы любите. Говядина, свинина, курица. У меня фарш индейки. Я купила кусочек индейки и прокрутила его. Здесь примерно 500 грамм. Далее, что нам понадобится, это 3 яйца и черный перец немножко для вкуса, соль. Щепотка, либо по вкусу. И также нам понадобится зелень. Зелень у меня замороженная, лук и укроп. Итак, с чего мы начинаем? Мы берем тару поглубже, кладем сюда рис наш. Далее идет у нас фарш индейки. Так. Затем мы выкладываем три яйца, сюда взбиваем щепотку перчика и соли. Соли также щепотку. Либо по вкусу. Если любите посолоней, можете 2 щепотки. Следующие ингредиенты у нас идут зелень. Зелень своя у меня домашняя. Можно купить уже зеленую в магазине. Немножко лучку. Так, и немножко укропчику, тоже для вкуса и для аромата. Далее мы все это дело тщательно перемешиваем. Массу тщательно перемешали. Должно все равномерно перемешаться. Мясо, рис, яйца, зелень, специи, все должно перемешаться. Далее мы формируем шарики. Можно формировать руками, предварительно их смочив в воде, либо ложкой. Формируем шарики и кладем их на блюдо. Вот такие ежики у нас получились. Теперь нам нужно будет их сварить. Ну вот, мои хорошие, вот такие вот ежики в тумане у нас с вами получились. Очень вкусные, очень нежные. Кушать можно с кетчупом, можно с горчичкой. Вот. С чем вы пожелаете? Давайте покажу, как они выглядят в разрезе. Все очень-очень вкусно и аппетитно. Приятного аппетита, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем добра, всем пока.